День необычный сегодня на свете. Музыка всюду, улыбки и смех. Школа открыла двери для всех. В школьной жизни волшебство не кончается. Сказка и здесь продолжается. Где же меньше из вас? Пусть сюда сейчас выходит детский сад. Вот пришел желанный час, ты зачислен в первый класс. Ты сейчас послушай нас, мы дадим тебе наказ. Всем о школе расскажи, честью школы дорожи. Содержи всегда в порядке книжки, прописи, тетрадки. Ты читать, считать, писать. Не позволено лениться. Нужно делать все на пять. Должен знать ты на отлично. Даться в школе неприлично. Чтобы был всегда ты весел. Больше бой хороших, хороших. Слушай, пап. Чтобы был всегда здоров. Кашу ешь, кефир и плов. Слушай папу, слушай маму и учительницу тоже. И усваивай программу. Если что, то мы поможем. Если выполнишь наказ, во второй пойдешь ты класс. А теперь, школа, встречай своих самых маленьких учеников, своих первоклашек. Сколько всего интересного у них впереди. Открытие прекрасного мира литературы, строгого мира чисел, владение французскими и английскими языками, познание окружающего мира и истории. Приветствуйте наших малышей! Принимай, школа, нас сейчас возрастет школа.